друзья, с вами как всегда Робзи, добро пожаловать в Brawl Stars, и теперь мы можем спокойно с вами поговорить. Обновление уже вышло, весь Brawl Pass я закупил, все 60 уровней и потратил 1750 гемасов. Но, друзья, этот видосик будет настоящая пушка, я вкратце расскажу, о чем мы с вами сегодня поговорим. Во-первых, я расскажу, как вы можете совершенно бесплатно получить на свой аккаунт Brawl Pass, ребята, и я не шучу. Во-вторых, сегодня расскажу про эмодзи, о которых я не успел рассказать, потому что обновление вышло слишком быстро, и у меня есть для вас сюрприз. Серьезно, потому что я хочу рассказать про нового бравлера, который еще не вышел в Бравл Старсе, я знаю его редкость. Надеюсь, мне за это не влетит. Ну и, конечно, поговорим про Гейла, про квесты, потому что я уже кое-что знаю, я это все проходил и хочу с вами поделиться. Итак, перед тем, как мы все это дело начнем, друзья, ну у меня огромная просьба каждому из вас. Нужно прямо сейчас, за 3 секунды, поставить лайк этому видосу, подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны, и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. Успел? Спасибо большое и приятного просмотра. И еще одна, друзья, очень важная фишка. Проверьте в магазине. Зайдите вот сюда, зайдите в самый конец и вот здесь проверьте. Код автора Робзи. Внимание, это обязательно нужно сделать. Смотрите, вводите и просто это нереально крутая фишка. Ввели? Молодцы. Итак, смотрите. Во-первых, расскажу, как вы можете получить Бравл Пасс. Давайте договоримся так. Я хотел сначала разыграть 5 Бравл Пассов бесплатно на ваши аккаунты. Вот эти Бравл Пассы, верхние, да, ребята? То есть вы можете себе на 30 уровне получить бесплатно Гейла. Это не шутка. Как вы можете получить этот Бравл Пасс? Смотрите, нужно поставить лайк этому видосу, подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписаться в Инстаграм, ссылочка будет в описании. Что я сделаю в итоге? Через 5 дней, ребят, я разыграю на ваши кошельки, я не могу заходить на ваши аккаунты, но на ваши кошельки разыграю вот эту штукенцию за 749 рублей. Серьезно. И давайте так, сначала я хотел сделать 5 таких розыгрышей, но подумал, давайте так, за каждые 10 тысяч лайков я буду разыгрывать такой набор. Наберется 50 тысяч лайков, разыграю 5. Наберется 100 тысяч лайков, разыграю 10 Бравл Пассов. Ребята, поставьте лайки. И, кстати, напишите в комментарии ссылочку на свою социальную сеть, чтобы я смог с вами связаться. Ну, а теперь, ребят, переходим к эмодзи. Здесь начинается очень вкусненькое. Смотрите, я снимал на сервере разработчиков, и многие другие зарубежные ютуберы снимали, и наши ютуберы снимали, но я не успел выложить. Все остальные выложили, но, ребят, я кое-что заметил. Это есть в свободном доступе, это не слив, потому что у всех ютуберов есть эти видео, и там есть этот значок. Смотрите, если мы зайдем вот сюда, мы увидим вот такие эмодзи, да? Тут есть новенькие, здесь у нас эмодзи Гела, который я получил. Но здесь, смотрите, сверху вниз. Точнее, да, сверху вниз. Здесь эмодзи Шелли, Нита, Кольт, Бул. Ничего не напоминает? Да, ребята, они идут по порядку. И дальше у нас начинаются редкие бравлеры. То есть это Эль Прима. Дальше Рика, Пока, Роза. Редкие закончились. Внимание, к чему я веду? Дальше, смотрите, здесь у нас сверхредкие. Ой, точнее, это Барли был. Здесь Рика, Дэрил, Пенни. Кто это у нас? Карл. И последний сверхредкий добавлен, это Джеки. И вот здесь самая фишка. Здесь идут эпические бравлеры. Смотрите, здесь у нас Пайпер, Пэм, Фрэнк, Биби и Биа, которая последняя добавлена. Но дальше идет Мортис. А смотрите, как это выглядело у других ютуберов, которые рассказывали про значки, и как это было у меня на серии разработчиков. Здесь вот такая картинка. И здесь есть еще один значок, очень похожий на значок Барли. Но, ребят, вы же понимаете, кто это? Посмотрите, вы же понимаете, кто это такой и почему он здесь находится. То есть, по этим значкам мы понимаем, что это эпический бравлер. Опять же, разработчики, это не слив, не баньте меня, пожалуйста, потому что у всех зарубежных ютуберов, которые снимали про значки, есть эти видео с вот этим значком. Но я не знаю, заметили они эту штучку, не заметили, но, точнее, эту, знаете, этот порядок. То есть, я сначала подумал, что они беспорядочно, но здесь есть порядок.
Также смотрим мифические, то есть у нас идут по мере добавления. Был Мистер Пи, а потом добавлен был Спраут, и он в конце мифических стоит перед Спайком. А вот здесь вот между Бия и между Мортисом есть значок, это новый Бравлер. 100%. Я вот серьезно уверен, я не утверждаю, но это чисто мое суждение. То есть новый Бравлер будет эпической редкости. Возможно, он будет снова хроматический, такой же, как и Гейл. То есть вот такой хроматический, и у него будет хроматический эпический, или он будет хроматический эпик, но спускаться до редкого, то есть я не знаю. Но по факту он должен быть эпическим, скорее всего. То есть вот такая инфушка. Ну и немножко давайте расскажу вам про эмодзи, потому что то видео мне придется, скорее всего, удалить, хотя бы я в этом смогу рассказать. Итак, эмодзи. Как их можно получить? Да, сейчас их можно использовать только в чате, то есть здесь, допустим, и в чатике вот здесь не появляются. Но со следующим обновлением это эмодзи можно будет использовать прямо в игре, то есть прямо в бою вы можете использовать эмодзи. Это будет офигенно, так и написано. Мы добавим поддержку для эмодзи в сражениях с последующим обновлением. Это не я придумал, это не выдумки. Ну и давайте расскажу, как вы можете получать эмодзи. Ой, боже, что? Ой-ой-ой-ой, что с моим Бравл Старсом все потемнело. Итак, как можно получать эмодзи, значки? Итак, сейчас можно за Бравл Пасс, то есть мы с вами получили за Бравл Пасс все эти значки, то есть мы получили торговца Гейла, это уникальные значки нового Бравлера. Дальше будут продаваться пассы, точнее пин-пакеты называются, то есть случайные пин-пакеты. Этот пакет будет продаваться за гемасы. В пакете будет два обычных значка и один с повышенной редкостью. Всего у нас три редкости. Это общие значки, грустные, счастливые и злые эмоции, и редкие значки. Это ГГ и смайлы. И также будут эпические значки, специальные эмодзи, возможно, анимированный или золотой кадр. Я все это, ребят, перевожу на ходу. Итак, есть у нас, получается, за Бравл Пасс, случайные пин-пакеты за гемы, и есть еще такой пункт — индивидуальные значки. Я не знаю, что это значит, я бы хотел, чтобы были ютуберские значки, но, скорее всего, такого не будет. Ну и в дальнейшем при покупке скинов, как написано, например, скин за 300 гемасов будет с эксклюзивным значком этого скинчика, и челленджи, и другие достижения и празднования моментов. В общем, ребята, значков будет куча. Если они будут использоваться именно в игре, вот тогда у них откроется второе дыхание. Итак, давайте теперь немножко поговорим про Бравл Пасс, который у меня уже закончен. Я уже прокачал себе Гейла на 226 кубасов. Я хотел по фасту сделать 500, но подумал, 500 мы сделаем до завтра. Я не хочу спешить. Я не любитель набивать слишком много кубков. Выбил обе. Выбил его пассивку. Выбил его гаджет. Он у меня 10-я сила. Очень крутой бравлер. Он очень мощный, классный. Я уже играл за него. Бравл Пасс мне честно нравится. Если, кстати, знаете, что я хотел поговорить? Под прошлым видосом, где я купил себе Гейла, потратил 1750 гемасов, был такой комментарий. Вот, посмотрите. Робзи, там что-то связано было. Ты только можешь и донатить, типа, так, типа, плохо играть. Дружище, ты разве ты не видел мои рубрики? Аккаунт «Одна сила», где я прокачал 18 тысяч кубков на бравлерах с одной силой. Без гаджетов, без пассивок. Аккаунт без доната. Сейчас у меня рубрика «Аккаунт без доната 2.0». Не нужно мне писать, что я могу только за донат. Я свои силы, ребята, уже проверил. Поэтому не-не-не-не-не, так не пойдет. В общем, смотрите, Бравл Пасс. Квесты — это реальная пушка. Здесь у меня был квест. Смотрите, я начал делать квест на Була, потом забил. Здесь был квест у меня на Пока. Нужно было похилить 50 тысяч хп. Да без проблем. Я, короче, взял к Пока. Зашел вот так вот. Взял, выбрал себе Пока. Кстати, видели новую штучку? У него теперь новая картиночка. Прикольный стал подмигивающий Пока. Выбрал Пока и пошел в горячую зону. И за одну катку нахилил 50 тысяч хп. И за эти 50 тысяч хп я получил 250 жетонов сразу. Понимаете? У меня уже один сундук достал. И через 100, получается, жетончиков я получу себе еще один большой сундук. В принципе, они реально достаются, ну, несложно. Очень несложно, тем более есть квесты. Блин, это реально пушечка. И, слушайте, какой скинчик лучше? Все-таки зимний или летний? Мне нравится и тот, я не знал, каким играть. Я тем немножко поиграл, тем немножко поиграл. Блин, ну они реально крутые. Есть, смотрите, есть по 250. За 500 мы еще не видим. Должны будут еще быть квесты по 500. Я, скорее всего, буду здесь постепенно делать эти квесты.
тесты, а может быть и не буду, скорее всего, делать на этом аккаунте. Но, ребят, у меня есть еще кучу-кучу контента, который я хочу вам показать. Смотрите, на аккаунте без доната мы с вами будем не донатить и проходить Бравл Пасс без доната. Это немаловажно. У нас, кстати, сколько осталось еще? 53 дня. Дальше, у меня будет аккаунт Noob Donator, на котором я куплю Бравл Пасс и буду проходить вручную, но только как бы Бравл Пасс с донатом, но без покупок. Точнее, я не буду покупать уровни, я просто куплю Бравл Пасс. То есть вот такие вот моменты я хочу вам показывать. Интересные видосики делать. Ну блин, это реально пушка, серьезно. Обновление? Напишите в комментариях, как вообще это обновление. То есть вот переработанные бои с боссом. Увы, я не могу походить, потому что, видите, он будет только у нас через несколько дней. Хотя здесь висит он 4 дня 16 часов, а походить нельзя, потому что он будет через 2 дня 16 часов. В общем, вот такая штука. А еще я заметил, что гейлом, даже с пассивкой, почему-то нельзя сходить вот сюда в силовую гонку. То есть нажимаешь играть, невозможно начать бой. Выбранный боец отстранен от участия в силовой гонке и испытаниях на весь сезон. То есть получается, скорее всего, из-за того, что он еще не сбалансирован, его как бы не пускают никуда. Возможно, даже на чемпионатах, а чемпионаты у нас будут продолжаться, им не можно будет участвовать. Я не знаю почему, но как видите, то есть я не могу пойти в силовую гонку именно за гейла. Зато могу пойти вот сюда, в горячую зону порядок и хаос. И это реально пушка. Давайте все-таки мы сходим за снежного, да? Мы уже с вами... Я уже много играл сегодня за вот этого пустынного такого гейла. Блин, почему я постоянно забываю он имя? Но реально, он так здесь рулит. Это его стихия. Сразу ставим джампер. Летим вот сюда и на дальнюю просто. Привет, пацаны, как дела? Минус био. Все, био отлетело. Он такой мощный. Вы посмотрите, здесь у нас что-то хочет Брок. Окей, Брок. Так, нужно подхилиться. Там наши пацаны разберутся или нет? Они смогут разобраться вообще сами без меня? Или как? Брок, привет. Брок, пока. Ну да, у меня, конечно, 10-й силы гейл. Я сравнил, типа, слабеньких ребят против себя. А почему? Нужно помочь, походу. Нужно помочь Эльприма, короче, загасить. Нужно помочь Эльприма загасить. И здесь еще био мы загасим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нифига себе. Брок пытался. Ну вот мы и отбились. Да, опа-опа, пока, дружище. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я постоянно путаю. Я путаю кнопочки. Я путаю кнопки, я поставил нечаянно гаджет. Ой, блин. Ладно, ставим гаджет снова здесь. Поставили, я не в ту сторону. Ну, ребят, рукопопость еще присутствует. Я иногда почему-то путаю с этим гаджетом, с этой... О, дружище, пока. Так, пацаны. Ну, я убил ее. Я в любом случае ее убил. Мощный бравлер. Я вам сразу вангую, что его будут фиксить. То есть, в любом случае, его пофиксят. Не сейчас, так через пару дней. Ну, не через пару дней. Давайте мы ванганем, что примерно через недельки-полторы. Сейчас все многие его захотят взять, купить, получить, выбить. А, кстати, выбить его возможно. Так, давайте мы с вами зайдем вот сюда и выберем скин вот такой. Посмотрите, насколько этот скин круче. Возможно, тот. Сравните просто. Напишите, какой скинчик круче. Да, я знаю уже ребят, которые мне писали с моего клана, что они выбили гейла просто с обычного ящика. Ну, а, ребята, я знаю точно, что у них был введен код автора Робзи. Я не знаю, влияет это или нет, но возможно. 4760, нифига себе, это тоже гейл с 10-й силой. И он тоже с пассивкой, нормально, чувачки. Вот это да, встретили донатер, встретил донатера. Так, ай-яй-яй-яй-яй, я его убил, но я не убил Сэнди. Нифига себе, там Сэнди мощно фигачит. Так, смотрите, что мы делаем. Мы подходим сюда, ставим джампер. И теперь мы с джампером уже хорошо долетаем. Привет, Сэнди. Привет. Да ладно. Фух, я думал, что-то плохо произойдет. Смотрите, нас даже выиграли. А кто такой? Это кто-то тоже. О, понятно. Донатеры. Все ясно. С этими донатерами. Так, подожди, меня вышка пришибла. А где мои ребята? Или там целая команда? Так, подожди. Давай. Хоп, давай. Меня тоже оттолкнули. Вы бы хотя бы заняли другую часть. А где наш третий? У нас вон та часть пустует совершенно. Так, подожди. Так. Ну, блин, нет, я не могу справиться. Я не могу сам с ними справиться, потому что, ну, у меня команда что-то не очень. Ну, серьезно, мне кажется, у них ребята попрокачаннее, чем у меня. Так. Ух, я... О, боже мой. Это слитая катка, ребят. Это слитая катка. Ладно, врываемся. 69 на 80. Ну, мы не сильно отстаем, правда. Но, ну, не все равно отстаем. Так, мы этого слили, гейла. Пацаны, может быть, вы начнете воевать нормально? Так, тихонько. Смотри, он идет. Он не знает, что я здесь. А теперь я здесь. Ой. Так, я...
Кто такой? Кто меня оттолкнул? Пацан, надеюсь, вы там нормально, да, справитесь без меня? Раз, два, три. Так, мы этого сняли. Мы вроде бы отбились даже неплохо. Неплохо отбились. Так. Так, 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 так. Застанили. О, давай, 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 давай. Вытащили. Но, видели? Из-за того, что я пошел в нападение, просто всех там начал гасить и все-таки затащили. Да, у них силы было примерно столько же, но я схитрил. Я просто сделал покруче. Итак, каточка выиграна, ребят. На этом видосик будем заканчивать. Надеюсь на ваши лайки. Надеюсь на ваши колокольчики, подписки, комментарии. Ребят, всем удачи и покедова. До следующей серии.